Добро пожаловать в дом Кипер. Итак, дом Кипер. Мы будем копать и еще раз копать. Я эту игрушку даже не запускал. Не знаю, что здесь будет. Я посмотрел 10 минут у Тиджоя. Он копал. Что я посмотрел, он там копал. Говорит, это рогали, в котором нужно копать. Окей? Окей. Новая игра. Поехали. Первый раз играю. Окей. Выберите комплект снаряжения. Вон кто-то уже копает. Лазерный купол, инженер. Окей, мы выберем купол. Лазерный купол, потому что купол с мечом заблокирован. Мы выберем хранителя. Инженер, потому что второй заблокирован в разработке. Мы выберем устройство щит, потому что все остальные заблокированы. Дайте угадаю. Выберем режим охоты за реликвиями, потому что второй заблокирован. Окей, хорошо. Продолжить. Уровень сложности стандартный, тяжелый, жесткий. Рекомендуемый уровень сложности жесткий. Окей, окей. Давайте жесткий. Погнали. Взять забег. Окей, Пул пишет, побей мой рекорд. Я знаю, ты это любишь. 12680 в престиж моде. Ладно, сейчас я первый раз в игрушку поиграю и разберусь с управлением и обязательно побью твой рекорд. Чат, вы запомнили? 12680. Поехали. Окей. Так, ну я примерно знаю, что делать. Окей. Принцип базовой игры. База. Надо копать под базой, тащить ресурсы на базу, улучшать базу. На базу будут нападать монстры. Это я знаю. Что будет дальше, сейчас разберемся. Окей. Можно за компьютер сесть. Улучшение. Окей, мы будем читать много текста, потому что я не знаю, что тут делают. Индикатор уровня угрозы. А, ладно. Ресурсы, инвентарь. Квадратиков 0, кружочков 0, треугольников 0. Окей, ладно, хорошо. Не очень-то и хотелось за Q закрыть. Q выйти. Пошли отсюда. Q выйти. Еще раз. Выпустите меня, пожалуйста. Окей, вот здесь надо копать. Окей, я не уверен, в какую сторону нужно копать. О, предполагаю, это ресурсы. Моя руда. Окей, нажмите пробел для подбора ресурса. Мое. Нажмите Q для броска единицы, удерживайте для броска нет. Не понадобится. Окей, D улучшение. Окей, что мы можем улучшить за 4 квадрата? Можно улучшить бурилку. Мощность бура плюс 4. Или скорость перемещения реактивным ранцем. Или реактивный ранец позволяет переносить больше ресурсов. Или индикатор уровня угрозы. Отображает время до следующей волны. Зачем это вообще нужно? Так тратить на это. Отображает структурную прочность. Отображает количество ресурсов на складе. Окей. Базовый интерфейс надо покупать. Понятно. А давай мне усиление бура. Мы будем быстро копать. Когда волна придет, я думаю, я так узнаю. Сейчас разберемся. Опа. Это что такое? Что-то нашли прикольное. Окей. Видимо, я нагрузил сильно много. Как эту штуку взять? О, штука взята. Давай штуку и одну маленькую штучку потащим. Это артефакт. Окей, это тот самый элемент рогалика, да? Подберите устройство. Оглушающий лазер. Установите лазер, который автоматически наводится на цель и оглушает ее. Круто. Или взрывное бурение. Устанавливает под куполом машину, которая использует воду для производства взрывных зарядов. Относите их в шахты и пускать, чтобы подорвать. Окей, я сразу скажу. Вот это взрывное бурение выглядит как просто счетчик мисплеев на максимум. Это я сам себя взорву. Давай мне лазер. Не буду изобретать велосипед. Пускай лазер будет. А то я заруиню по полной программе с этим взрывным бурением. Давай мне еще 3 кусочка. Отнесу на базу и сейчас что-нибудь загрейджу еще. А, воу, как
сражение. А. Окей, я знаю, что здесь нужно. Как стрелять-то? Окей, клавиши вперед стреляют. Нифига, они жесткие. Окей, норм. Первая волна пройдена. И пробелом, можно говорят, стрелять. Ладно. Так, что еще загрейдить? Подожди. У меня есть еще 4 штучки. 4 квадрата. Кружков нет, треугольников нет. Здесь на все нужны кружки-треугольники. Так, можно скорость ранца улучшить или переносимый вес? Давай, наверное... Давай, наверное, переносимый вес, чтобы больше перетащить всего сразу, да? Купи интерфейс. Да интерфейс переоценен. Интерфейс не нужен, чат. Интерфейс не наносит урона. Я пока не буду тут тащить. Я буду копать дальше вниз, вертикально. Сейчас я сделаю большую шахту глубокую. Там разберемся. Наверное, слишком глубоко копать не стоит, а тут далеко возвращаться потом. Окей, все. Дальше копать не буду. Теперь я вернусь наверх и буду рыть в бока. Ну, моя логика в том, что... Ну, типа, ты не хочешь далеко таскать вещи. Давай куда-нибудь попробуем вот сюда рыть. Копать. Не рыть, а копать. Все, тупик. Очень интересно. Так, а сюда? Опа! Добыча. О! Не зря, не зря копали. Эту штучку захватить. Так, по-моему, монстры идут. Точно, монстры идут. Мигает иконка. Ой, мне что-то там сломали уже. О, меня там уже крушат. Ну, ёпарасоте. Так, сражение А. Ну, я косой. Тут еще и попробуй рассчитай-то этот радиус поражения. Все? Вышли, окей. Давай улучшение сделаем. Ладно, сделаю я нам интерфейс. Хотя 8. За 8 я нам... У меня есть 8 квадратов. Я нам сейчас могу загрейдить этот... Бур на второй уровень. О, блин. Или лазер улучшить. Бур, чтобы очень быстро копать. Да? Вся база в трещинах? Ты думаешь, там мало хп? Надо интерфейс? Ну, я что-то думаю, что надо хороший бур поставить. Или реально лазер поставить. Ладно, загрейд же нам урон лазера. Так, урон 25, сила оглушения плюс 0.15, скорость приведения огня 35%. Ага, и он перемещается во время стрельбы. Либо просто скорость лазера можно, либо лазерный прицел. Добавляет систему целеуказания на лазер, будете видеть, во что он целится. Но это лишнее. Я реально считаю, что надо бур загрейдить. Ну ладно, давай интерфейс. Индикатор уровня угрозы. И давай мне усилитель лазера на следующую волну, чтобы был. Я все еще не знаю, сколько у нас хпшки, но там пара трещинок всего. Еще никто от пары трещин в стекле в открытом космосе не умирал. Правильно? Копаем налево. Ага, тупик. Ну давай еще покопаем. Другую сторону теперь. До конца. О, джекпот. Опыт Майнкрафта подсказывает, что если между шахтами будет два клетки, то мы увидим их все, кто есть, такая ширина оптимальная. Если ширина больше, то ряды в середине не просматриваются. Если меньше, то мы два раза просматриваем одни и те же клетки. Ага, то есть ты копаешь линию. Ну, например, видишь то, что над тобой и под тобой. Я просто в Майнкрафт не играл никогда.
И ты потом проходишь на две клетки вниз, копаешь еще линию. И ты снова будешь видеть то, что над тобой и под тобой. Из верхней шахты ты увидишь один ряд, из нижней шахты ты увидишь нижний ряд снизу. Окей. О, большие мозги копателей. Ну все, мы как сейчас, мы по-дворфски закопаемся. Сейчас закопаемся по полной. Хорошая инфа, хорошая, спасибо. Спасибо, Артем, за донаты, за инфу. Так, я нам скорость лазера, скорость ранца, короче, апгрейджу. Моя логика такая, надо скорость загрейдить, чтобы побыстрее летать. Потом уже все остальное. И надо... О, тут что-то... Фиолы. Я хватать их не буду, хотя, знаешь что? Волна уже скоро. Давай я их отвезу. И в этот раз подефаю нам без урона. Сейчас. Оп, максимальное использование времени. Так, все, я готов. Сражение. Где они? Оп, вон мышка летит какая-то. Слушай, этот маленький лазер прикольный. Он их оглушает даже. Без урона. Просто без урона. Окей, то есть мне сейчас надо вот сюда копать, по идее. И мы типа вот две полосы копаем. Теперь так. О, джекпотище. Хорош. Погнали. О, куда полетел? Иди сюда, блин. Я теперь знаю, что точно вот в этой штучке ничего нет больше. Не осталось. Так, ты идешь сюда. Давай еще копать. Не буду пока в апгрейды лезть. Давай еще лучше покопаем. Также теперь линию здесь провели. И вот так вот через одну. Опа, а это что такое? Ага, кружок. Хорошо. Кружки там для чего-то нужны были. О, тут далеко. Ой-ой-ой, это монстры! Быстрее, хватай и беги. Ёпарасоте. Не то, блин. Стреляй. Где мой маленький лазер? О, сейчас меня снесут. Окей, летуны оглушаются. А, там мелкие какие-то черти бегут. Чё мой маленький лазер такой фиговый? Чё я не попадаю? Окей. Использовать кобальт для ремонта. Ну, давай купим индикатор прочности. Да, еще половина хп. Чё мы вообще волновались? Я еще интерфейс закрываю сейчас. Там еще половина, чат. Ну, фигня. Можно было не апгрейдить. Окей, сколько ремонт кобальтом? Устранить нанесенный куполу урон с помощью кобальта восстанавливает 80 УП. Наверное, здоровье. И 15% от общих. Или альтернативно, что мы можем еще сделать? Усиление 1. Укрепить поверхность купола позволяет выдержать больше рукопашных ударов от местной фауны. Не влияет на защиту от снарядов. Так. Или можно максимальное хп купола загрейдить на 3 соточки. Лучше максимальное здоровье загрейдил куполу. Или вот это вот. Защита от рукопашки. Ладно, надо ресурсы тратить. Давай поставим защиту от рукопашки и полечим один раз. И 4 у меня еще есть квадратика. Так, что на 4 квадрата можно купить? Это усилители щита, да? 50 хп щиту можно дать, но нужно 2 воды. А вот это что такое? Так, используйте воду для ручной гидратации щита. После этого он на следующей волне не сможет сможет поглотить больше урона. Я этим не буду заниматься. Надо пассивки брать. Я забуду, что оно у меня есть.
Давай еще что-то посмотрим другое. Ну тут везде нужно кружки. Это апгрейд на мой лазер. Окей, кружки это, в общем, дополнительные апгрейды. Квадраты это базовые апгрейды. Тогда надо копить на что-нибудь покруче. Там на скорость движения лазера. Что-то такое. Скорость? Можно. Можно скорость. Количество ресурсов на складе. Ну, это вообще нам не надо. Окей, давай пока ничего не будем апгрейдить. Давай ничего не будем апгрейдить, просто пойду дальше копать. Давай в эту сторону копать. Пока мне нравится. О-о-о-о-о, пошла жара. Пошла жара, пошла мега жара. Мое. Все мое. И знаешь что, я пока что брошу. Я пока все брошу и буду копать дальше. Окей, мы докопали до конца. Я уже не брошу. Понесли. Потащили джекпот еще домой. Очень тяжелый джекпот какой-то. Давай. Вот тяжелая. Окей, нужно контролировать свою жадность. А то не утащишь. Есть. Так, сейчас. Давай быстрее прорабатывай. Так, погнали улучшение. 11. Ну что, еще урон лазера загрейдить? Или скорости ему дать? Скорость и урон в каком-то смысле взаимозаменяемы, да? Чем быстрее ты наводишься на противников, тем лучше. Самонаводящийся лазер. Специальная насадка, корректирующая луч лазера, если вы достаточно близки к цели. 16 стоит. Ага. Ага. Окей. А, ну на этот апгрейд нам не хватит. Тогда давай мне просто скорость лазера. И знаешь что, давай посмотрим насчет этого лазерного прицела. Хотя это тупо, наверное. Я мое мнение, лазерный прицел надо просто научиться лучше стрелять, лол. И все. Да, я думаю, надо просто научиться стрелять. И не тратить 4 ресурса на вот это. Что еще можно? Давай, надо 6. Надо 6 накопить и максимальную хп загрейдить. Это хорошая идея. Все, пойдет. Я готов. Идите сюда. Позиции. Окей, мелкие. Мелких первым делом снести. Надо было мне в ту сторону стрелять. Что-то я запутался в управлении. Вообще в управлении запутался. В трех кнопках. Да. В экономику не вкладываешься. Правда. Ну я что-то такой прям экономики не увидел. Ну скорость рытья это, наверное, экономика. О, хорош. Так. Давай кружочки сюда пока сложить. И давай вот здесь копать. Не здесь, вот здесь копать, да? Время много. Чат говорит, еще греет на максимальное здоровье хилер. Это вообще мега новость.
О, есть. Не зря, не зря. Вообще не зря. Ты тоже со мной? Погнали быстрее, 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 быстрее. Еще быстрее. Ой, пожадничал. Ой, нажадничал. Точно нажадничал. Сейчас надо будет быстро соображать. Не успею быстро сообразить. Ай, лазер-то у меня не там, где надо. Окей, надо стрелять этих летунов. Мелкий лазер сейвит нас. Ну, руина. Че, хилку надо еще покупать? А, говорят, максимальное хп апгрейдишь, он хилит. Ну, давай максимальное хп загрейдим. Че-то чат он не особо похилил. Он, видимо, добавляет просто эти 300 к текущему. Ладно, так, что мы можем за 3 загрейдить? Ага, лазер. Оглушающий лазер дольше работает и быстрее восстанавливается. Ну, неплохо. Пока что оглушающий лазер прям нормально у нас играет. И сейвит меня. Можно больше урона ему сделать. Но хватает только на это. Давай, знаешь что? Давай тогда так. Все. А потом бур загрейдим. А что ты будешь делать? Где я копал? Я не помню, где я копал. Налево я копал, потому что теперь пошли направо копать. То есть копали направо, теперь налево. О! Так, грубо говоря, хпшка. Так, я ее пока положу вот здесь. Вот так аккуратненько. Пойдем дальше копать сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще. О, мой бог. Офигеть. Так, ну тут все не утащить, да? Нет, все упало в шахту. Окей, надо здесь за 2 захода тащить. Успеем еще что-нибудь сделать? Мне кажется, я успею хватануть вот этих вот 2. Быстро, 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 быстро. Жадность, жадность. Варлокч, у квадратов, которые ты копаешь, разная прочность. Чем пустее квадрат, тем меньше ударов надо, чтобы его сломать. А если квадрат выглядит как кирпичная кладка, это гг. Лучше обойти. Понял. Даствинг, спасибо за подсказку. Спасибо большое за инфу. Так, у нас есть пятерочка. Спасибо, Даствинг, за донат и за инфу. Так, говорит, разные виды квадрата, которые копаем. Ладно, услышал. Давай дальше с бур загрейдим, чтобы лучше, собственно, те самые кирпичи копать, да? Не буду пока ничего делать. Купол немножко в трещинах, ну, такие мелочи. Кому эти трещины мешали когда-то, да? Окей, я пока точить ничего не буду. Сейчас потащим. О, видишь, точно они как кирпичи выглядят, типа мега крепкие. Даствинг говорит обходить стороной, но... А я имею в виду, они копаются. Медленно копаются, но копаются. А то я запутаюсь, где у меня в шахте чего. О, смотри, водичка. О, джекпот воды. Окей, хватай, беги. Это оно. Надо сбросить. Надо сбросить 2 и за ними потом вернуться. Так, если я буду этот... Там же может быть, чем кладка жестче, тем больше награда. Мы копали в кирпичах, нашли 3 воды. А до этого находили по одной.
Так что, может, фишка в том, что надо копать кирпичи, чтобы хорошее сокровище находить. Варлок versus жадность. Так, что у нас по улучшениям? 10. Ну, 10 это прям заманчиво. Вот скорость лазера загрейдить сейчас. Или бур. А еще в воду нашли. Можно этот мини-лазер погрейдить. Еще боль дольше работает и быстрее перезаряжается. Хм. Можно урона ему добавить. Оглушающий лазер будет работать под управлением ИИ, когда вы находитесь не в куполе. Это защита от мисплеев, да? Угу. Ну, бур надо загрейдить, да. А то копать тяжелее становится, это правда. Ну и на двоечку мы ничего не можем. Можем количество ресурсов на складе, но нам зачем это? Мы и так, когда на базу приходим, видим это все. Давай... Ну ладно, давай мне защиту. Не, не будем защиту от мисплеев ставить. Я на всякий случай хильну нас один раз. Чтобы... А то вдруг ты сейчас элитка или еще чего. Я не знаю, что тут ждать в игре-то. Поэтому... Окей, я готов. Я косой. Я мега косой. Ого, точно элитка какая-то. Надо сначала летунов мочить. Против ближников у нас стоит апгрейд на минус 15% урона. Фу, не зря похилились, могло быть страшно. Так, может еще хильнуться? Вся эта дискуссия, почитай описание ХП за 14. Увеличивает структурную прочность вашего купола плюс 14 ОП. Очков повреждений. Поднять паруса. Очки повреждений. Все, я пошел дальше копать. А то надо копать чат. Фу, с новым буром сейчас закопаемся. О, 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 закопались. Так, все, я несу на базу. Большую гусеницу. Погнали. Защиту от чего ты хочешь поставить? Не поняла. Мисплей пришла. Говорит, не ставь защиту от мисплей. Понял. Ладно, не будем ставить. Без мисплея. Без мисплея это будет неинтересно. Конечно. Спасибо за донат, мисплей. Так, девяточка есть. Ну давайте урона добавим этому нашему лазеру. Или хотя, знаешь что, может быть, грузоподъемность. Блин, хочется жить. Хочется жить и не сливаться. Можно щит загрейдить. О. Прочность щита и электрошок. Активация боевой способности на некоторое время создает смертоносное электрическое поле вокруг купола на 3 секунды. Применение за битву 1. О, давай мне эту штуку. Сейчас прочность щита и электрошок. О, тоже интересно. Типа они подходят, и мы такие бэм, электрошоком, да. Где тут у нас на 2 ниже? Вот сюда, да? Все, пошли обратно. Наверное, даже слишком долго копал. Логистика. Игра про логистику. Так, а электрошок на F. Ох, как наш лазерок мелкий-то раздает. Красава вообще. Пропустил. Сейчас, в общем, милишники подойдут, и мы сразу F снимем. Сейчас
чаще. Вот они подходят, и мы так хоп и эвкой. Отлично. Практически без урона. А, вообще без урона. Буквально без урона. Щит-то загрейдженный. Ой, кстати, трава выросла точно. Там, где мы копали. Прикол. Чем дальше от базы, тем больше грузоподъемность решает. Два раза уже не слетаешь. Да. Ну, поскольку я игру не знаю и не знаю сложность монстров, то я вот так вот я что-то так подумал, что надо побольше вкладываться в дэмэдж. И мы один бросим здесь. Я думаю, если я брошу еще один, мы можем два раза слетать. Короче, этот. Надо вкладываться в боевые статы. Потому что я без понятия, что ожидать, да? Поэтому я вложился во все подряд. Сейчас опоздаем. Вот и грузоподъемность бы пригодилась. О, же жадность. Не, успели как раз. Идеально. Так, что там у нас? Ага, мелкотня бежит. Сносим. Я пошел стрелять этих летунов. Рано электрошок запустил, да? О, сейчас мелкие прыгают. Нифига, их там проскочило много. Хорош, 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 хорош. Так. Моя бедная база. Все сломали, гады. 10 у меня есть. И 3 лечилки. Я бы лучше, конечно, вот так 400 хп купил, а потом уже лечилки покупал бы, чтобы больше в процентах хилить. Окей, план такой. Купить за 14 вот эту. А потом купить пару лечилок. Они лечат в процентах. Но дорого. Надо брать грузоподъемность. А то мы сейчас ничего не притащим. А теперь денег нет вообще. А что без денег делать? Кредит брать. Ладно, может мы сейчас... Может мы сейчас джекпотище притащим. И сможем загрейдить максимум хп, а потом похилиться. У меня сомнения терзают, но попробуем. Кружочки. У кружочков дофига. С кружочками все в порядке. Куда бы их применить? Да? Продать, что ли, на рынке? Поменять на что-то полезное. Опять кружочки. Ну, ёшкина кошка. Один кружочек. Еще. О, тут микросхема. Окей, апгрейд нам нужен срочно. Хватай апгрейд. Окей, полетели. Я потом все эти кружочки заберу, пускай лежат нафиг. Они сейчас бесполезные. Ча-ча. Я успею. Окей. Давай что-то хорошее. Конвертер ресурсов. Может превращать одни ресурсы в другие, когда возникнет необходимость. Продать на рынке кружочки? Как вам такая вечеринка? Окей. Только теперь срочно хилимся. А где конвертер?
А вот это он, да? И вот, собственно, обмен. Так. Кобальт в железо. Что такое кобальт? Кобальт это... Так, я не понимаю. Это треугольник, окей. Значит, за 12 квадратов я могу купить треугольник. Да? И я могу продать один треугольник за 4 квадрата. Это прокачка конвертера? А его сначала нужно вкачать, чтобы продавать? Воду можно расщепить на железо и вода. И воду. Ладно. Короче, пока ничего не понятно, поэтому мы сейчас сделаем вот так. Там разберемся. Окей, все, я готов. О, что за фигня? Окей, стреляйте в нее. Окей, сейчас милишники подойдут, будем включать электричество. Большую фигню надо снять. Ого, их приперлось. Жесть. Надо добить их срочно. То они разгоняются, походу. Окей, это была элитка, да? Фу, по-моему, я нормально сыграл. А мы ставку никакую не сделали. Вот это конвертер. Ага, выберите, что во что превращать. Одну воду в два квадрата? Почему я не могу выбрать? Одну воду в два квадрата, да. А, и он не сразу превратит, он потом превратит. Какую ставку сделать? Выиграем ли забег? Классику. Правда, я нифига не уверен, что значит выиграть забег в этой игре, но... А вдруг выиграем? Так, вы все сюда, мы вас будем превращать в квадраты. Мы не выиграем? Почему? Кто сказал? Ах, тупик. Вот тут уже синие пошли камни. Конечно, докопаю до этой штуки, поеду назад. Мое. Так, еще поставить воду переделывать. Так, воду в два квадрата. Да. Так, есть ли у меня улучшение? 4 квадрата всего? Ну я бомж. 105 воды. Ставка, пройдем ли сердце? Мы же бунтовщики. Спасибо за 32 сердечком. Пройдем ли сердце? Чат вот говорит, что для победы нужно найти огромные ворота и активировать их. Так что здесь есть концовка. Здесь не на количество волн продержаться. Просто на победу ставку и все. Так, можно загрейдить конверсию воды. Эффективно, но медленно. Правда, это денег стоит. Мне бы, наверное, лазеру урона добавить, я думаю. Вот я лучше в это вложу сейчас.
А воду... Воду мы уже там превращаем, окей. Все, бой. Готов? Я пошел налево, мой друг. Ой, какие большие элитки. Она нам. Я должен бить большую элитку. Маленький лазер ее не завалит. Теперь милишника добить. Теперь летунов. Давай, ты бери левого, а я правого. Ты че на правого полез? Ты же был рядом с левым. Фу, валим отсюда. Так, срочно надо найти лечилок. Хана нам. Ща буду копать. Так, куда мы там копали? Сюда копали, да? Давай, копай, копай, копай. О, это не лечилки. О, какой джекпот, но это не лечилки. Я хочу лечилок накопать. Треугольников. Ну, блин, джекпот срубили, конечно, вообще огромный. Смотри, сколько квадратов. Офигеть. Остров сокровищ. Ну, блин, ну все, без лечилок. Будем так. Сейчас что-то нагрейдить надо хотя бы. Так приятно. Приятно таскать эти квадраты на этих ниточках. Сейчас что-нибудь загрейдим. Максимальную хпшку, да? Сколько у меня будет? 8. Нужно еще 6. Нужно 6 еще, чтобы максимальную хпшку загрейдить. Блин, я успею дотащить 6 до волны? Если я сейчас скорость света включу, я успею? Как Соник. Броню загрейди. Так, а какую броню? Какую броню? Щит, что ли? А, можно 80 щита сделать. У меня хватает как раз. Кстати, было 50, стало 80. И... Или усиление электрошокера. Во, можно вот это сделать. 30 щита сейчас добавим. Так. А, он сейчас не добавился, он только на будущее добавляется. Руина. Блин. Сид не успел где-то добраться до волны. Ну, чуть-чуть добрался. Ладно. Не, надо сыграть очень хорошо. Я на летунов сразу фокус. О, господи, как много летунов. Чисто волна летунов, да? О, мы живы. Невероятно. Окей, валим быстрее. Кизи. Но надо воду сейчас искать. Я даже квадраты тащить на базу не буду. Нафига они мне нужны? Нужна вода. Или нужно 16 квадратов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще два квадрата. Нужно 14. Нужно еще два квадрата. Надо было воду поставить на переработку, а у меня воды уже не осталось. Все, походу, мы проиграли, ребят. Надо пушку загрейдить. Либо мы сейчас божественный раунд сыграем. Конвертер, он же не моментальный.
Конвертер не моментальный. Или моментальный. Я только воду могу в конвертере покупать. Я даже треугольники не могу покупать. Смотри. Кругом, кругом ложь. Нужно 10 на скорость или 12 на урон. Окей, очень быстро притащить еще на апгрейды. Не успеем. Успеем? Скорость. Помогите! Спасите! Окей, нужен божественный плей сейчас. Две большие элитки. Тут божественный плей не прокатит. Ох, как они бьют. А-а-а! У нее один хп осталось. А-а-а, мы были так близки. Она осталась одна. Блин. Надо было по мелким вообще не стрелять. Надо было сразу по большим стрелять. А мелких игнорить и электрошокером их. Сломались. Ну, блин, прикольно, мне понравилось. Сохранить оглушающий лазер, да? Устройство для следующего забега. Оно сохранится, типа. Окей, ставки. Синяя команда срубила джекпот. Окей, это было классно. Мне нравится. Погнали еще. По-моему, надо... По-моему, надо было все-таки апгрейдить сначала на второй уровень всю оружку, а потом уже все эти копалки, палки, копалки. Потому что чем лучше у тебя оружка, тем меньше ты тратишь ресурсов на поддержание своей жизни. И ты в итоге считаешь, что зарабатываешь, да? Да.